в искусстве важно не что, а как. Понимаете, вот может какой-то пошлый человек самые обычные слова говорить. Самое обычное. Мама, мир, родина. И будет похабно так, что может, вас тошнить согласна. Будет. А другой скажет лять. Но так эстетски, да? Что это будет очаровать. Я могу сказать и это слово просто. Я не хочу подставлять редактор. Я могу более того, могу хитрость сделать. Могу вообще пропеть это слово каденцией. Но я хочу сейчас сразу обратиться к господам депутатам. Вот эта камера снимает, да, крупный план? Все снимают. Все снимают. Вы в прямом эфире. Господа депутаты, народные избранники. Я как гражданин Российской Федерации, как член независимого совета прав человека, я прошу вас, застрахуйте меня, от мои уши, от этой мерзости, которая льется с наших экранов. Застрахуйте. Умоляю вас. Спасибо. Гениально.